выживет никто. Вы знаете Зейна, Томаса Зейна. Вы пресветлая леди из песни. Он кое-что мне оставил. Щелкунчик. Алан вспомнил это на берегу озера Колдран с щелкунчиком в руках. Алан сделал глубокий вдох и прыгнул. Я мог вернуться и покончить с этим. Меня мучило похмелье. Голова готова была взорваться, от света болели глаза. Мне нужны были солнцезащитные очки и обезболивающее. В один из прекрасных моментов самообмана я поклялся бросить пить. Солнцезащитные очки сделали мир немного терпимее. Теперь я мог смотреть на солнце без ощущения, что я вампир. Я не уверен, что смог бы выйти куда-то без обезболивающего. Таблетки сработали быстро. Перспектива бодрствования становилась приемлемой. На автоответчике уже ждало сообщение. У вас одно новое сообщение. Ал! Ты все еще спишь? Проснись и бой! У тебя должно быть шоу с тобой на твоем Тиво, если Лиз в край не психанула и записала его. Она позвонила мне ранее и буквально вгрызлась в меня. Да-да, мы малость перебрали прошлой ночью, но вечеринки — часть этого бизнеса. Ал, слушай, я говорю тебе это как друг. Она делает твоей карьере медвежью услугу, пытаясь вот так твоей жизнью управлять, ясно? Поговорю с тобой позже, Ал, смотри шоу. Леди и джентльмены, с возвращением на шоу Карри Гаррета. Спасибо всем. У нас замечательный гость в эту ночь. Я беседую с автором бестселлеров Аланом Вейком и его новой книге «Внезапная остановка». Да, чтиво класс, купите ее. Нет, это хорошее чтиво. Знаете, скажу вам честно. Мудро ли это? Нет, но я все равно скажу. Нет. В книгах рассказывают помощники, я человек занятой, но эту я прочел от корки до корки, то есть я ваш фанат. Ух ты, спасибо. Выключайтесь, если вы боитесь спойлеров, так как не читали книгу, хотя, судя по продажам, таких пара человек. Но в последней книге главный герой, крутой нью-йоркский детектив Алекс Кейси, погибает. Такой поворот вызвал массу протестов. Какого черта вы убили Кейси? О чем вы вообще думали? Кейси с возу. Нет, серьезно, ведь 7 лет и 6 книг — это большой срок. Кейси был слишком мрачным, чтобы тратить на него время. Это был хороший старт, но время открывать новые грани. Следующая книга будет погружением в новое я. Ах, вы эгоистичный ублюдок. Только о себе и думаете. Хотя за все эти годы вы доставили нам массу удовольствия.
Раз уж об этом зашла речь, Кейси действительно был мрачным парнем. С девушками ему не особенно везло. Это в какой-то степени автобиография? Да, без шуток. Подруги Кейси, как правило, умирали. Цикл о Кейси про его боль. И нет, ничего автобиографического нет. Я женат и счастлив. Моя жена – моя муза. Поздравляю, здорово это слышать. А как прошел рекламный тур? Славно, славно. Но, должен сказать, я рад возвратиться домой в Нью-Йорк. Да, в новостях вас в последнее время часто показывают. Куча вечеринок и... Вы подрались с каким-то папарацци. А, черт. Ну, он был бельмом на глазу. Я потерял терпение. Я знаю, что это не круто. Вы известны бурным нравом. Ну, а еще я написал несколько книжонок. Итак, ваш последний роман называется «Внезапная остановка», и он уже лежит на полках магазинов. Купите его поскорее. Я сейчас обращаюсь к тем двоим, что еще не купили. Дамы и господа, на сегодня это все. Хочу поблагодарить всех гостей за приятный вечер. Алан Уэйк, Сэм Лейк, Сэм, еще раз, вот так. И наши исполнители, поэты осеннего упадка. Спасибо и доброй ночи. По крайней мере, я был смешным. Я убеждал себя, что переживу. Привет, Лил. Смотрел шоу? Я не нес ахинею, если ты это хотела знать. Ладно, ворчун. Дать аспирин или... Прямо сейчас обсудим мое пьянство? Знаешь... Иди-ка ты спать. Что, теперь ты не говоришь со мной? Ну, утром я была зла, потому что ты вернулся в 7 утра и заснул на середине предложения. Сейчас я спокойна. А ты злишься? Проклятый тур! Все пошло кувырком. О, милый. Все почти кончилось, да? Мы вернемся к норме. И ты снова будешь писать. Мне жаль, мила. Алан. Ты запутался. Прими душ и возвращайся в постель, ладно? Да, ты права, милая. Извини. Давай потом уедем вместе в отпуск. Только ты и я. Отдохнем спокойно. Каким-то образом щелкунчик заменил ключ от дома. Надо вернуться на озеро Колдран, чтобы спасти Элис. Я возвращаюсь на озеро, чтобы покончить с этим. Завершу рукопись, и все встанет на свои места. Почему ты не можешь писать здесь? Последняя страница осталась в машинке. Сначала надо ее прочесть. Необходимо все сделать по правилам. Зейн пытался срезать пару углов и жестоко поплатился. Ладно, когда выступаем? Прости, Сара, но мне придется пойти одному. Барри, возьми ее пушку. Мисс Уивер, закройте за мной дверь. Удачи, Ал. Увидимся. Было тепло и солнечно. Я нажал на кнопку щелкунчика. Это как-то повлияло? Я повторял себе этот вопрос. Пока светило солнце, необходимо было добраться до озера. На странице Зейна я стоял на краю озера и собирался нажать на кнопку щелкунчика. Туда я и направлялся. Один. При свете дня, окруженный красотой тихоокеанского пейзажа, я позволил, и это было нетрудно, закрасться сомнению в последний раз. Я все еще мог все списать на сон, на галлюцинации. У меня хватило бы воображения придумать что-то вроде этого. Я был в доме все это время, заперт в истории внутри головы. Ныряю в безумие утраты Элис, как утверждал Хартман. И было бы невозможно узнать истину. И я бы говорил себе, что ничто не важно. Но мой курс был проложен.
Я убью вашу жену. Черт!
Черт.
за черт? Thank you.
диагностическое оборудование весит немного. Thank you.
Мне нужно было убрать с пути контейнер. Нужно было включить питание контейнерного лифта. Когда я рассказывал Барри план в ярко освещенной комнате, я говорил так, будто знал, что делать. Но я не знал. Я опирался на меняющуюся логику сна. Я должен был строить путь к озеру через ужасы ночи. Я должен был щелкать старым потрепанным выключателем, пропитанным магией детства. Я должен был написать счастливый финал к роману ужасов. Я должен был спасти жену из темницы тьмы. Никогда я не отдам. Thank you.
напитанным магией детства. Я должен был написать счастливый финал к роману ужасов. Я должен был спасти жену из темницы тьмы. Я никогда ее не отдам. Пропитанным магией детства. Я должен был написать счастливый финал к роману ужасов. Я должен был спасти жену из темницы тьмы. Я никогда ее не отдам. Я мог видеть Mirror Peak вдалеке. Там же было озеро Колдран. Yeah.
Вот черт. Мне нужно запустить генератор. Светом!
инструмент в порядке? Возвращайтесь. Никогда вас не любила. Thank you.
победить. Вам не победить. Вам не победить. Вам не победить. Вам не победить. Обречены. Все это у вас в голове. Вы сами это сотворили.
Тебе приснился дурной сон. Просто ночной кошмар. Нет! Все хорошо. Ты дома. Это не сон. Все хорошо. Ты дома. Включи свет! Включи свет! Милый, питания нет. Возвращайся в постель, а я помогу тебе забыть о страхе темноты. Это твой страх? И почему тебе не страшно? Ты не Элис! Включи свет, быстро! Где Щелкунчик? Что ты с ним сделала? Алан, ты меня пугаешь. Возвращайся в постель. Ты принял таблетки? Хочешь, я позвоню доктору Хартману? Я прочла твою рукопись. Это великолепно. Погружение – твоя лучшая работа. Ты гений. Я так горжусь тобой. Возвращайся в постель. Мы поговорим утром. Вернись в постель, Алан. Вернись в постель, Том. Она не даст пройти. У нее нет сердца. Только тьма внутри. Ты должен наполнить ее сердце светом. Игнорируй его, это мистер Скотт. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Воспользуйся Щелкунчиком.
Я ухожу от тебя. Что? Я ухожу, Алла. Я встретила Кунькова. В общем, я полюбила другого. Элис? Нет, почему? Ты не можешь? Ты меня не любишь. Да ты и не мог. Ведь ты не любишь даже себя. Ты мучаешь себя работой, которую уже не можешь делать. Нет, я люблю тебя больше всего на свете. Ты моя муза. Не я. Кто ты? Что ты сделала с моей Элис? Алан? Что ты делаешь? Включи свет! Что ты делаешь, Алан? Остановись! Включи свет! Это был фантазм. В реальности этого не происходило. Ты не моя Барбара! Том, отпусти! Я обещаю быть хорошим. Развяжи меня, озори. Я помогу тебе написать шедевр. Я буду любить тебя вечно. Нет, ты не Барбара Джаггер. Я совершил ужасную ошибку. Я не должен был вписывать тебя в реальность. Ты вернулась другой. Твое сердце наполнено тьмой. Убери нож, Томас. Положи его. Твое сердце наполнено тьмой. Я вырежу Том, его. Том, а после я верну тебя обратно в бездну. Наполнено тьмой. Теперь вы никогда не вернете ее. Я гораздо старше вас. Старше, чем ваша первая книга. Я найду в себе новый облик кого-то, чей сон освободит меня. Ощутил присутствие Элис. И понял, что нужно делать. Я знал, каким будет конец погружения. Есть свет и тьма. Причина и следствие. Есть вина и есть искупление. Но всегда должен быть баланс, и ничто не дается даром. Вот где ошибся Зейн. Предстоит долгое путешествие через ночь назад, к свету. Элис! Элис! О, нет!
Это не озеро. Это океан. Алла, проснись. Иншалла, остановись! Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх.